Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня начнем снимать рубрику «Колесо удачи в Brawl Stars». И давайте без объяснений, и мы начнем. Первое колесо у нас это боец. Мортис. Так, второе колесо у нас это колесо заданий. За что? Без кустов. Давай за Мортиса без кустов поиграем. Так, выбираем Мортиса. О, крутое обновление. Я открыл 6 больших ящиков, и мне ничего не выпало. А моему брату 2 пассивки на Шелли. С одного сундука. А во что там мы играем без кустов? В одиночное ШД. Понятно. Ну го. Надеюсь, не будет лагать. О. Вороны. Блин, я забыл, что без кустов. Давайте сейчас начнем. Без кустов будем. Какие будут прятаться? Тут Мортис со скином. Не Мортис. Ну, по крайней мере, могу вот здесь побыть. И не. Блин, блин. Там, наверное, меня вот вон там вот сажу. Залагала как. О, уже топ 6. Так, вау, круто. 3 банки халявные. Блин. Ну топ-1, я думаю, не займу. Да блин, еще все. Ну ладно. Топ-3 тоже неплохо. Ну мы выполнили это задание. Пошли крутить дальше. Ага. Надоело заходить. Блин, почему он называется без кустов? Наверное, мне из-за этого не ведет. Я, наверное, ошибся просто так. За что снова? Давайте перекрутим, это уже было у нас. О, сейчас не без кустов. Забить гол. Это брол-бол. Замотится, ну
нормально. Окей. Туда и сюда перезаходить. Я тут сейчас разберусь. Ну и наконец-то я с вами. Я зашел. Так, зайдем в Brawl Ball и забить один гол. Я думаю, это будет легко. Заморжится там. Да нет. Блин. И да, у нас задание выполнено. Спасибо, блин. Но надо к этому же это и победить. Мы же и победить. Блин, ну все. Ну, я думаю, если забью один гол и проиграю, то тоже считается. Давай, гол, давай, давай. Да! Хацкер, молодец. Мы выполнили задание. Заходим в эту долгожданную рулетку. Я забыл убрать это. Одни и те же не считаются. Забить гол. Снова не то. Напишите, кстати, в комментариях, что хотите, чтобы у меня было задание, то ставьте лайки. Нет, это значит, я буду сам придумывать себе задание. А я придумал... На самом деле, я ничего не придумал. И, конечно, у нас снова вылетел. И, наконец-то, я зашел. Давай, заходи уже. Так, сундук у нас есть. А задание у нас... Пусть будет. Ну, давай, прям для вас в горячую зону поиграем. Выиграть и достать больше 10 баллов. Я думаю, это будет легко. Ну, а я могу и проиграть. Да, и у нас захвачена точка. О, нет. Молодец, и...
можем все. Можем и проиграть. Будет плохо. Ай! Да, мы победили. Я перестану это снимать, когда дойду до эту Эмс. Вот смотрите, осталось 200 с чем-то. Смотрите, вот она близко. Близко. Близко очень. Ну а также на 9000 будет мега ящик. Я тоже засниму. Но не знаю, покажу ли вам. Так что это была последняя каточка. По-моему, да? Ну, давайте еще наград за поимку сыграем. Для вас, для вас. Давай, чтобы надо мной было 4 звезды. Уже было 3. Не, думаю, я это задание не выполню. Не, давайте. Давайте. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давайте. И да. Блин, блин. Да что там? Блин, мы, к сожалению, это задание провалили. И откроем сундук напоследок. О, девочки. Я могу с вами попрощаться. Всем спасибо за просмотр. И всем пока, друзья.